Всем привет! Вы на канале Fitness Place, а перед вами линейка велосипедов Giant Talon, включая модели 2022 года выпуска. С этой стороны от меня располагаются модели нового года, а с другой стороны велосипеды прошлогодние, с которыми мы также будем сравнивать новинки. Но сперва давайте разберемся, что это за велосипеды и для кого они предназначены. Надевайте шлемы и перчатки, погнали! Линейка Talon Giant – это универсальные, доступные и неприхотливые в эксплуатации горные велосипеды, на которых можно не только совершать регулярные велопрогулки по пересеченной местности, но и катать так называемые трейлы, то есть искусственные или естественные велосипедные трассы со сложными элементами в виде камней, корней, крутых спусков, трамплинов и контруклонов. Получается, что область применения этих велосипедов несколько шире, чем у стандартных одноклассников, и обеспечивается это в первую очередь геометрией рамы. Для того, чтобы на велосипеде было комфортнее и безопаснее съезжать с крутых склонов на большой скорости, угол рулевого стакана сделали более агрессивным. Верхнюю трубу переднего треугольника опустили ниже, чтобы добавить свободного пространства при управлении велосипедом, стоя на педалях. На раме имеется отверстие для внутренней проводки телескопического подседельного штыря. И на всех комплектациях Giant Talon уже с завода ставят короткий вынос и руль шириной целых 780 мм. Теперь, когда стало немного понятнее, о каком велосипеде идет речь, давайте разбираться детальнее и подробнее. И начнем, конечно, с сердца велосипеда, то есть с его рамы. Рама алюминиевая из фирменного сплава компании Giant, которая называется Alux. Трубы изготовлены с применением технологии гидроформинга и батинга. Имеется внутренняя проводка тросов и гидролиний, и все отверстия внутренней проводки закрыты плотной резиновой заглушкой. Конечно, присутствуют закладные для крепления флягодержателей и велосипедного багажника или полноразмерных крыльев. Тормоз крепится внутри перьев заднего треугольника. Это наиболее современное решение, благодаря которому при торможении нагрузка на раму распределяется равномерно, а повредить сам тормоз, например, при падении практически невозможно. Отдельного внимания заслуживают широченные грязевые зазоры заднего треугольника. На велосипед без проблем можно установить покрышку с агрессивным внедорожным протектором шириной 2,4, а возможно и 2,5 дюйма. Колеса как в раме, так и в вилке крепятся на простые и удобные эксцентрики, так что снять и закрепить колесо можно голыми руками без использования инструмента. Велосипеды представлены в двух вариациях – с колесами диаметром 27,5 и 29 дюймов. В зависимости от диаметра колеса у рамы меняется показатель высоты рулевого стакана, провиса каретки и длины заднего треугольника. Во всем остальном, независимо от диаметра колеса и уровня комплектации велосипеда, рамы полностью идентичны и отличаются только цветом, в который они покрашены. Комплектации своих велосипедов компания Giant маркирует простыми цифрами. Чем проще комплектация, тем выше цифра. Велосипед с самым простым навесным оборудованием обозначается цифрой 5. Варианты с наилучшей комплектацией – цифрой 0. Всего в сезоне 2022 года на рынке России нас ожидает 5 комплектаций. 5, 4, 3, 2 и 1. Увы, из-за дефицита на мировом рынке к нам, скорее всего, не приедет наивысшая комплектация 0. Но, скажу по секрету, у нас в магазине еще остались прошлогодние Giant Talon 0, так что поспешите. Кстати, полный обзор на прошлогодние Giant Talon в комплектации 1 и 2 есть у нас на канале, ссылки мы прикрепим в описании к этому ролику. Посмотрите обязательно. Начнем, пожалуй, с комплектации 1. К сожалению, поступление первой и пятой модели мы ожидаем с недели на неделю, а пока покажу их просто на картинке. Рама будет окрашена в яркий бронзовый металлик наподобие третьей комплектации. За амортизацию отвечает вилка Crest SXC32 с ходом 100 мм, воздушной пружиной и масляным демпфером. Имеется регулировка скорости отскока и блокировка. Ноги вилки, как и шток, выполнены из алюминия. Компания Giant самостоятельно разработала и производит амортизационные вилки под брендом Crest. И эксклюзивно оснащает ими только собственные велосипеды. Вилки заслуживают, конечно, отдельного обзора, но я вкратце просто отмечу, что по работе и по конструкции они ничем не уступают продукции известных брендов. Колеса собственного производства компании Giant в
втулки алюминиевые, подшипники насыпные с дополнительным резиновым пыльником для защиты от попадания влаги и грязи. Обода алюминиевые двойные с внутренней шириной 21 мм. Покрышки от известной компании Kenda, модель называется Booster, шириной 2,2 дюйма и универсальным накатистым протектором. В целом колеса простые, надежные и неприхотливые. И на всех велосипедах Giant Talon в этом году стоят одинаковые колеса, поэтому, обсуждая другие комплектации, этой детали мы касаться больше не будем. Трансмиссия современного типа, одна звезда спереди и кассета на 10 звезд сзади. Кассета с широким диапазоном, малая звезда на 11, а большая на 42 зуба, поэтому необходимости в нескольких передних звездах и переднем переключателе просто нет. Задний переключатель, как и монетка, скоростей производства компании Shimano, уровень Dior. Задний переключатель с технологией Shadow Plus, а передняя звезда с зубьями переменной толщины, то, что называется Narrow White. Поэтому цепь с передней звезды не слетает, а переключение гарантированно четкое, даже на самом грубом рельефе. Система шатунов алюминиевая, со съемными звездами производства компании ProWheel. Каретка на закрытых подшипниках промышленного типа. Тормоза на велосипеде установлены дисковые гидравлические от компании Tektra, модель M275. Элементы управления, то есть руль, вынос, грипсы, седло и подседельный штырь, все эти детали компания Giant производит самостоятельно и под собственным брендом. У всех велосипедов в линейке Talon эти детали одинаковые, так что в обсуждении других комплектаций мы их, как и колес, касаться не будем. Руль шириной 780 мм и с подъемом 20 мм. Вынос в зависимости от размера рамы имеет разную длину. Грипсы мягкие и удобные, подходят как в катании в перчатках, так и без них. Седло универсальное, спортивное, с износостойким покрытием и довольно-таки мягкое. Подседельный штырь алюминиевый с небольшим смещением назад. Зажим подседельного штыря с эксцентриком для удобной регулировки высоты седла без использования специального инструмента. Комплектация 2. Всего будет три цвета – зеленый, черный и вот такой серо-серебристый перед вами. От комплектации 1 она отличается трансмиссией и амортизационной вилкой. Вилка от компании Santur, модель называется XCM30. Пружина эластомерного типа с ходом 100 мм. Вообще хочу заметить, что несмотря на глобальный дефицит велосипедных компонентов, на всех комплектациях Giant Talon стоят именно вилки от компании Santur, а не от безымянных китайских производителей, со сварными штанами и сомнительной надежностью. Тормоза дисковые гидравлические от компании Tektra, модель M275, те же самые тормоза, что и на комплектации 1. Трансмиссия на 18 скоростей, 2 звезды спереди и кассета на 9 скоростей сзади. Именно кассета, а не трещотка, от компании Shimano, модель HG200 с диапазоном 11-32. Задние и передние переключатели, как и монетки, также от компании Shimano. Что хорошо, весь комплект одного уровня Altus, причем в самой свежей итерации M2000. Система шатунов алюминиевая от компании ProWheel. Каретка закрытого типа на промышленных подшипниках. Giant Talon в комплектации 3. Эти велосипеды идут в двух цветах, светло-серый и вот такой ярко-бронзовый. Вилка Santur XCE, пружина эластомерная, ходом 100 мм, за исключением ростовок S и XS. Имеется регулировка преднагрузки, жесткости вилки. От вилки, установленной на комплектации 2, она отличается только чуть меньшим диаметром ног. Тормоза дисковые гидравлические, такие же, как и на первой и второй комплектации Tektra M275. Трансмиссия тут на 16 скоростей, кассета, как и на старшей модели Shimano HG200, но на 8 звезд, с диапазоном 12-32. Задний переключатель Shimano Altus, передний и монетки скоростей от компании Microshift. Система шатунов алюминиевая, также Shimano Altus, каретка на промышленных подшипниках. Giant Talon в комплектации 4. Представлен двумя цветами рамы – черный и очень красивый необычный металлик перед вами. От комплектации 3 отличается всего двумя элементами. Первое – это не гидравлические, а дисковые механические тормоза, а второе – это алюминиевая система шатунов от компании ProWheel. В остальных компонентах модель полностью повторяет свою старшую комплектацию. И самая младшая комплектация 5. Велосипед будет только в одном цвете, синий металлик, и от четвертой комплектации отличается только трансмиссией. Задние и передние переключатели, как и монетки скоростей от компании Shimano, на 14 скоростей, 2 звезды спереди и трещотка на 7 скоростей Shimano TZ500.
Задний переключатель Shimano Tourney, передний Shimano Altus. Монетки скоростей также Shimano Altus. Алюминиевая система шатунов от компании ProWheel. Каретка закрытого типа на промышленных подшипниках. Сравнивая велосипеды Giant Talon 21 и 22 года, можно заметить некий сдвиг в линейке. Та комплектация, что в прошлом году маркировалась как 4, в этом маркируется как 5. Что в прошлом году было комплектацией 3, в этом стало 4. Двойка стала тройкой. Так что, сопоставляя комплектации и цены, учитывайте этот нюанс. А какая комплектация велосипеда из линейки Talon кажется вам наиболее интересной? Напишите свое мнение в комментариях под этим роликом. Также можно задать свой вопрос, на который мы обязательно ответим. Если этот ролик вам понравился и вы считаете его полезным и интересным, обязательно поставьте лайк. И, конечно, не забывайте подписываться и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А на сегодня это все. Катайтесь на здоровье и в удовольствие. До скорых встреч!